Детское увлечение шить одежду для кукол переросло в любимое дело, которому Екатерина готова учиться и учиться. Студентка Ивановского колледжа легкой промышленности завоевала престижную медаль за профессионализм в компетенции технологии моды на 6-м национальном чемпионате «Молодые профессионалы» World Skills Russia. Соревнования проходили в начале этого месяца в Южно-Сахалинске. Девушка представляла сборную Ивановской области и доказала, что в текстильной губернии воспитывают мастеров высокого уровня. Ты радуешься больше всего результату, но и сам процесс затягивает то, что как ты выводишь эту строчечку, как ты рисуешь эту линию, какая вот она будет у тебя здесь, такая она у тебя получится на платье, то, что ты создаешь целую историю в своих руках, то есть это тоже что-то... Это как создать рассказ, мне кажется, только что-то визуальное, что-то, за что можно потрогать, осязаемое. Профессионализм проверяли по 5 направлениям. Нарисовать модель одежды, соответствующую сегменту рынка, представить технический рисунок платья и сшить его с нуля за 10 часов. 4-й модуль. У нас был модуль наколки. Мы должны были из белого куска ткани, из бязи, наколоть точную копию фотографии, которая нам выдавалась. Только с помощью иголок, ткани, утюга создать то, что было на фотографии. И последний, 5-й модуль было декорирование. Мы должны были украсить как-то платье, которое мы отшивали с помощью органзы, шифона, ниток. Вот таких универсальных солдат готовит колледж легкой промышленности. 3 года назад здесь даже образовательные программы скорректировали под стандарты World Skills. Теперь студенты могут демонстрировать универсальные знания и использовать все возможности, которые предоставляет этот чемпионат. Екатерина, кстати, на национальном этапе в Южно-Сахалинске была самой юной. Девушка перешла на 3-й курс, и впереди у нее очень сложный и продуктивный этап. Целеустремленность, видение конечного результата, стрессоустойчивость и нацеленность на работу до конца. Это так же, как и работа в составе олимпийской сборной на получение спортивного результата. Здесь и спорт, и профессионализм, и состязательность, и творчество, и профессиональные компетенции высшего уровня. Теперь ивановская студентка в составе национальной сборной. В зависимости от того, как она себя покажет, ей откроется дорога либо на мировой чемпионат, либо на Евроскиллз. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.